общем, приехали мы на объект. Сейчас будем делать монтаж, снимать. Вам покажем. В принципе, классный объект. Там два этажа дома. Сейчас увидите сами. Сложными, скошенными окнами, косыми окнами. Дом в лесу. Закрытый коттеджный поселок. Угу. Сейчас уже наши приехали. Сейчас мы уже пойдем аппаратуру ставить и видео снимать. Новые петлички Андрей сегодня использует. Кстати, есть коробочка, да? Кстати, что можно выжить? Кстати, коробку можно выжить полно. Когда их это... У них такая зарядная еще коробочка, очень классная. Мне понравилась. Вот они, прям как пауэрбанк, они заряжаются здесь. Заряжаются. А это как наушники даже, да. Это второй. Еще один микрофон. Здравствуйте, меня зовут Винокурова Наталья, я дизайнер фирмы Като. Сегодня мы оформляем большой дом. Дом тем отличается, что в нем есть несколько очень интересных пространств, очень необычными окнами. Прежде всего, мы хотели бы начать с того, что в спальне очень важно поддержать атмосферу уюта, и в то же время очень важно, чтобы шторы были функциональны. Здесь выбор сложился конкретно из стиля, который уже здесь нас встретил. Обратите внимание, есть очень приятный такой текстиль в мягкой мебели, у изголовья кровати. И в сочетании с ним нам бы хотелось сделать шторы точно так же бархата, как можно более приближенного тона к изголовью кровати. Сами окна будут нестандартные, это скошенные окна, поэтому движение будет их придавать еще более уютную атмосферу этому пространству. К
Кроме того, есть пространство санузла, где точно так же повторяются окна. И здесь движение штор, но более уже легкой фактуры, точно так же будет нами оформлено. На первом этаже римские шторы. Они очень удобны, и поэтому в зоне кухни, в зоне санузла и кабинета это будет самым лаконичным и очень удобным в использовании решением. А фактуры вы увидите впереди. Ну, во-первых, бархат отличается тем, что он сам по себе фактура, которая создает очень торжественную и в то же время уютную атмосферу. Кроме того, очень люблю работать с бархатом в пространствах спальни, потому что он неплохо сдерживает свет, очень хорошо изолирует. Его такая густая фактура всегда даст желаемый результат. Поэтому он здесь, поэтому он поддержит этот стиль такой современной классики, который здесь сложился. Это гостевая комната, где очень хотелось создать такой достаточно близкий ансамбль к тому, что уже сложилось в интерьере. Во-первых, вот эта контрастность, которая создана за счет канта широкого достаточно по отношению к стене, еще преследует цель переклички между основной панелью в изголовье кровати. Здесь очень акцентные вот эти детали светильников, и все это дает возможность такого цветовой раскладки серого тона, от темно-черных оттенков до таких асфальтных и более светлых тонов, и уже перехода в оформление стены. Есть необычные движения, которые я очень люблю. Это скошенные окна. Это всегда украшение дома, поэтому всегда хочется подыграть вот этому интересному, этой интересной динамике в оформлении окна. Каким образом? Когда штора опущена, она дает возможность наблюдать красивые фалды, игру вот этого теснения, рельефа, который присутствует на текстиле, что дает перекличку между оформлением стены. Когда же нам хочется внести свет немного в комнату, а нужно отметить, что вот именно этот текстиль очень неплохо справляется с изоляцией света, то есть тому, кто будет в этой комнате отдыхать, будет очень удобно, потому что в то же время текстиль и легкий, присутствие на окне его очень легкое, но и функциональность этой шторы достаточно серьезная. Она защитит от света и от ненужных глаз. Когда мы стремимся к тому, чтобы придать еще какой-то динамике в оформлении окна, то отведя штору вот так резко к следующему простенку, мы такой достигаем очень интересный эффект. Тогда штора всем своим объемом очень аккуратно уходит к стене. Свет поступает в комнату достаточно надежно. Кроме того, когда комнату готовят, скажем, ко сну, то подхват легко отпустить, и он останется на крючке у стены. Пользоваться таким оформлением очень просто.
оно, конечно, очень удобно будет. Кроме того, вот этот контраст придает такой интересный еще характер оформлению окна. Нами выбрана была чуть-чуть с каким-то эффектом искристости текстиля, потому что хотелось создать грамотный текстильный ансамбль по отношению к фактуре портьеры. Я думаю, что нам удалось.